Еще раз всем-всем привет. Короче, хочу вам показать, как там тоналкой намазалась. Губы все-все намазала. Хочу показать вам свою помаду. Вот вы говорите в прошлый раз, да, что ой, какая кислотная помада. Где кислотная? Вы кислотную не видели. Вот. Так давно я не красилась. На, ну чистку идти. Выйдем, конечно же, за пределы губ. Блин, классно. Настроение вообще крутое. Знаете почему? Мне одобрили помещение. Я же делала заявку в этот, ой, неправильно, два. В Озон. И вот сегодня я приехала домой, открываю почту. Мне одобрили помещение, мне только стоилось. Мне только осталось подписать документы, и мне дается 2 недели на ремонт. На ремонт. И в Позарихе будет Озон. Пункт выдачи Озон. Имени Эльвины. Так круто. Я хотела в Рыбниково пункт открыть. Но пока я просила сделать мне домик, мне, конечно же, хер кто что сделал. Пока тележилась, собиралась, думаю, ну ладно, что, не делают домик. А помещение там снять негде было. А, вот это вот двухэтажное здание, которое находится в Рыбниково, ООО «Родина», они не дают под ПВЗ. Не знаю почему, у них такая позиция. Нужно было отдельно стоящий домик мне, чтобы открыть ПВЗ в формате домашний. Там достаточно 20 квадратов. Чё мне? Девки, напишите, чем надо глаза мазать, чтобы карандаш не размазывался. Я знаю, есть какая-то хрень специальная, чтобы вот так вот не было. Такая рожа, особенно сбоку. Так что вот, вот, круто, круто. Как я давно об этом мечтала, я загадывала, это Новый год. Все мои желания сбылись. Жилье в Екатеринбурге. Сейчас этот открою. Самое главное, вывести мне его. Самое главное, знаете что даже? Найти мне работников нормальных. Я даже не знаю, что... 2 через 2, это получается, я сейчас свои ресницы заброшу. Вообще 2 дня там, 2 дня здесь первое время. Короче. Я буду занята 24/7. Ну ничего, попробуем. Лучше попробовать и пожалеть, чем пожалеть, что не попробовала. Правильно я сказала, нет? Ну, короче, как-то так. Эх, та-ла-та-ла-та-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, купила себе чепчик, сейчас покажу. Сегодня мне даже со скидкой его продали. Зашла я, короче, в одно место. И там отдел шапочек, и прикиньте, вообще недорого. Очень даже недорого. Вот. Ну давайте напишите мне, ну что ты молодишься, будь ты бабка старая уже, одень какой-нибудь берет с цветочками. Класс, да? Там были с ушками, поняли, да, с ушками? Ну я надела, мне вообще не то. А вот это прям вообще класс. И сколько стоит? Копье, да? 650, мне еще сделали скидку 600 рублей. Вообще круто. Почему-то в телефоне не так, как у меня зеркало стоит, в зеркале я намного красивее. А телефон что-то как-то все портит.
Класс, да, помада? А вы говорите, это вообще просто цветочки по сравнению с этой. Это-то вообще престарелая Барби. Напишите мне, как в прошлый раз. Где-то я была уже с этой помадой. О, почему умерла? А, нет, это старая, я вчера закончила. Наконец-то. Прикиньте, вообще что-то у меня с глазами. С утра отекают. Почки вроде перестали у меня болеть. Не болят уже. У меня вообще ничего не болит, прикиньте. Это в сильные холода. Да шучу я, в сильные холода. Этот кот опять здесь. Я, блядь, в туалет иду, он там на коврик ложится. Я здесь посуду мою, он опять у моих ног лежит. Ты что, вообще, что ли, еще орешь, лежишь? Смотрите на это. Мяучила. Что ты? Любишь меня? Любишь меня? Кто тебя бьет, тот тебе и хозяин, да? Не, я его не бью, его наказываю тогда, если он пакость. Но несмотря на это, он меня любит. Угу. Ты так устала? Настроение такое. Так, вот это я говорила, это серость, грязь, ну вообще. Зачем друг друга люди? Зачем они до паранойи любят? В караоке бы сходить. Ты что, разлегся? Видели, как он лежит? Ноги в разные стороны, вот так вот. Ты сколько весишь-то? Вообще килограмм, наверное, 10. Это что такое? Смотри, какая поза. И тут жирный пуз. Ноги-то грязные, наверное, еще ходил по улице. Фу, срам. Срамота. Моя. Время пролетало в кайф. Короче, такие делишки. Ладненько. Скоро ко мне гости приедут. Завтра с Вовчиком хотим шашлыки пожарить. Не знаю, как это все будет. Лишь бы не сжечь мне ничего. Как в прошлый раз, когда я баню топила, блядь, чуть бур не сожгла нафиг. Потом расскажу. Это надо было видеть. Ладненько. Ой, кольцо забыла снять, там обратила.